Всем привет, друзья! Вы смотрите мультиплеер. Сегодня мы будем проходить арену с боссом в 3 часов сценария на пасхальном ивенте. Подпишитесь на канал, мы начинаем. Смотрите. Вот у нас эта сфера, окружающая портал красного цвета. Это значит, что нам пока еще нельзя туда попасть. И вот написано, сколько яиц нам осталось. Это одно яйцо. Нужно мне еще, а вообще нужно всего в целом 5 яиц собрать портальных. Как мы их находим? Я уже говорила об этом, но повторю еще раз. Мы нажимаем клавишу H, у нас включается нюх, и мы летим по желтой полосочке и прилетаем к портальному яйцу. Ну что, вот у меня уже собралось нужное количество, мне уже нужно идти к порталу. Вот голубой сферой обозначено то, что время ожидания. Сейчас нужно немножко подождать, и нас телепортнут. Когда уже зеленая сфера, все, начинается портация. Смотрите, вот еще битва уже шла, и вот сколько урона наносится Сочери. И потому что у нас очень мало бойцов и хилеров было, поэтому так получилось, что мне приходится сейчас собирать яйца заново, потому что зашел дисконнект. Сражаемся на этот раз с Укурином. Посмотрим, сколько получится. Здесь на сервере я выбрала среднее количество игроков. Рейд такого количества. Посмотрите. У нас довольно-таки быстро получается. И мне дали палетку, грибы и яйца. Смотрите, моя оценка D. Но не очень у меня был урон. Я еще раз подожду запуска. О, у меня он тут один. Так, ну, не знаю. Давайте. Ага. Ладно, посмотрим хотя бы, какая у нас палетка. Мы уже перезашли на другой сервер. Вот эту я получила. Мне дали такую палеточку с такими цветами. Она 50 яиц стоит. Так, вот у нас еще вот такая за 150. За 500 яиц вот такая. За 250. О, вот это классно. Я собрала яйца с Укурином. Новые портальные, потому что у меня вышла с сервера и пришлось заново. У Мака Солвертона взяла, и сейчас буду им пробовать. Вот, мы телепортнулись. Босс у нас уже атакует. Смотрите, у Мака Солвертона из всех, кем я играла, с Сочери и с Укурином, это третий у Мака Солвертона, наносит самый большой урон у меня. Вот, классно получается. И здесь у нас еще миньоны должны быть, но я их не вижу. Они где-то там атакуют основную массу, получается. О, меня вылечили. То есть у нас, получается, здесь хилы есть. Это здорово, проходить рейд с хилом. Кто может лечить? Это Ани и Мунель. Кстати, здесь способности никакие не работают. Дыхание на Си и на Ку способности ничего не работает. Только ваша атака. Бафы Лопи мне дали. Яйца, грибы. У меня оценка Би. Классно. Смотрите. Спайсис мне дали бафы Лопи. Кстати, вот во время этого ивента, битвы с боссом, вы можете получить всех пасхальных существ. То есть и Вердена Вардена, Мунелли, Фугу, Кики, Ленарабу, абсолютно всех. Вот, и даже Бафу Лопи. Вот мы телепортнулись еще раз. Да и пытаюсь увидеть миньонов, но их не вижу. Давайте посмотрим, что мне на этот раз дадут. Это уже конец битвы. И мне дали опять палетку, яйца и грибы. Оценка Би. Но на этот раз всё, мне дали токен возрождения, палетку, грибы, яйца. Мой счет Си. Классно. Смотрите, Мунелли, какой светящийся скин, классный. Тут я не могу приблизить, не видно. Босс вот у нас. Еще раз посмотрим, что мне дадут. И мне дали опять палетку, совсем чуть-чуть яиц, грибов. Ох, мой счет F. Ну вот. Хотя я одинаково кликаю на атаку, но почему-то у меня дается маленький урон. Хотя мне написано постоянно 1500-2000, но не знаю, почему у меня мало наносится. Видимо, кто-то на кого-то больше получается урон, не знаю. В этот раз у нас произошло очень много, пришло Мака Солвердонов. Посмотрим, что мне дадут на этот раз. Один Мака Солвердон, несколько Хелионов, вот. На меня босс согрелся, и вот что-то хилы не лечат, почему? Кстати, это все подряд, то есть мы закончили это сражение с боссом, нас телепортнуло к порталу, стоим, ждем в этом круге 4 минуты, и опять нас туда телепортируют на арену. Вот мы стоим, ждем. Так, о, мне Си дали, и опять палетку, так почему мне не дали существо-то? Ну, зато я уже накопила много грибов. Так, смотрим, еще мне дали палетку, яйца, грибы, еще Ди, ну что такое. Ладно, давайте попробуем
посмотреть, что там в гаче. Гач у нас Верден Барден. Теперь меня уже насобиралось довольно-таки быстро. И можно купить. Смотрите, вот он сразу же исчез. Получается, Вердена Вардена можно получить только один раз. Вердант Варден, зеленый надзиратель. Кому не нравился мой перевод, вот, видите, это я не сама придумала. Наверное, уже нет смысла собирать яйца. Довольно-таки классно, именно сражаясь с боссом, вы намного быстрее и больше накопите. Можно получить абсолютно все виды, даже не тратя эти яйца, потратить их на плюши, потому что за сражение с боссом вы можете получить эти виды. Лайк самому крутому ивенту. Я напоминаю, что собираем 5 портальных яиц. Как только вы с их собрали, вы можете идти к порталу. Но если вы вышли с сервера, вам нужно собирать эти яйца еще раз. Пока вы играете, вы можете бесконечное количество раз стоять около портала и телепортироваться на арену. Ну что, друзья, удачи вам на этом ивенте. Подпишитесь на канал Мультиплеер, напишите свой комментарий к этому видео. Всем удачи и пока-пока.